Здравствуйте, друзья! Сейчас мы поговорим с вами о проекте Art Network. Что за проект, что он себя представляет? Давайте посмотрим, разберемся. Данная платформа помогает криптоинвесторам смягчить риски в инвестировании в криптовалюты. То есть данная платформа проводит профессиональный анализ, экспертную оценку, чтобы получить более полную информацию, прежде чем инвестировать в какой-либо проект. Вот. Ну давайте пойдем по порядку, посмотрим, что у нас есть. Тут white paper, токен приобрести, ссылки на социальные соцсети. Вот что же за платформа, она помогает, она смещает риски, снижает. Так, криптопортфолио, то есть управление криптопортфолио. Наша платформа предлагает умный и простой выход к смягчению ваших ICO и криптовалютных инвестиций. Портфолио на платформе инструментов и персональных экспертизы, в которой вы нуждаетесь. Так. Ну, а вот видео посмотрите, достаточно интересно, подробно все расписано. То есть инвестируете в биткоины, инвестируете ли вы в ваткоины, держите остальные криптомонеты, отличие часть биткоина. Инвестируете вы в непопулярные валюты. Почему выбрать данную платформу? Быстрый анализ. Криптовалютный трейдер. Оценка портфолио. Сценарии. Просто начните тестировать биткоин, начните с остальными, ну, с другими альткоинами. Активно покупайте, продавайте от альткоины. Интересно, долго хранения. Делайте профит через день трейдинга. Много сценариев, вы можете преимущество, которым лучше преимущество. Так, посмотрим дальше. Экспертная команда, быстрая поддержка, инструменты, нацеленные на вашу цель. Так, что предлагает вам данный проект? Ну вот, при таблице есть трейдинг, рассчитать профиль, добавить. Давайте монеты достаточно быстро. Последние новости, статьи, проект в каждом портфолио. Так, возврат вашего аккаунта. Виртуальная презентация вашего портфолио. Показать различия монет. Ну, например, на дистанции там. Избегая покупки монет, прежде чем купить, там, чему стоит создать крипто, ну, данному присоединиться. Покупки. Записать различные стоимости перед покупкой. Так. Трейдинг, выгоды, понятно. Ликвидность. Диверсификация. Дружеский интерфейс. Безопасность. Особенности проекта. Сертификация по Unity. Показ монитора. Пользовательский портфолио. Он может найти в Google Play и App Store. Так, это распределение токенов. Члены команды. Достаточно подробно написано каждом члене команды, но это если вам достаточно данной информации, которая приведена здесь на сайте, то можете вы знакомиться, поискать информацию в интернете. Дорожная карта начинается с 2018 года. Поэтому что было, что идет, что планируется. Прописано с карты до, ну, 2019 года. Также отметим, что, например, на таких рейтинговых сайтах, как Coin.up, ICO Bench, Trek ICO, ICO Max,
Вика, данный проект, ну, имеет достаточно высокую оценку. Например, ICO Bench оценил данный сайт 4.1 из 5, что является очень достойной оценкой. Очень хорошим показателем. Последние новости о проекте. Термины. Отметить так, что у компании есть и адрес юридический, ну, то есть можно, грубо говоря, приехать по этому адресу. Почта. В общем, что можно сказать о проекте? То, что интересно, обязательно стоит обратить на него внимание. Ссылки на данный проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!